Вітаю в ефірі студія телеканалу «Репортер». З вами Тетяна Боромбей. Сьогодні ми проговоримо про проблеми, з якими стикаються моряки у відкритому морі. Недобросовісні судовласники та сумнівні крюїнгові компанії. Часто до профспілок, які покликані захищати права моряків. Родини моряків, які потрапили у біду, звертаються по допомогу лише після того, як ситуація стає критичною. Що саме змушує українських моряків приймати позиції і пропозиції від сумнівних крюїнгових компаній, ми сьогодні поговоримо з першим заступником голови профспілки працівників морського транспорту України Олегом Григорюком. Вітаю вас у студії. Добрий вечір. Скажіть, як часто до профспілки звертаються моряки та які найбільш поширені проблеми? Ну, в наш профсоюз обращаются на каждодневной основе достаточно большое количество моряков. В основном это вопросы и желание проконсультироваться с экспертами отрасли касательно того, касательно условий труда, касательно того, на какое судно собирается идти моряк, не было ли там ранее замечено каких-либо проблем между судовладельцем и моряками, не было ли каких-то проблемных или критических ситуаций. Ну, в основном это вот вопросы, скажем так, консультационного характера. Но зачастую мы также получаем обращения о невыплате заработной платы, о невозмещении компенсации от судовладельца моряку. Ну и огромный спектр вопросов, которые связаны с безопасностью, с попаданием в критические ситуации, с попаданием моряка в плен, ситуации различные криминального характера, то есть моряк попадает в ситуацию, где его обвиняют в каких-то криминальных действиях, зачастую которые он не совершал. Ну и во всех этих вопросах мы оказываем помощь, поддержку, координируем действия с Министерством иностранных дел. Но я думаю, я попозже еще смогу рассказать более подробно. Розкажіть, чому саме моряки звертаються до таких сумнівних судовласників? Чому вони виходять під такими прапорами, які ненадійні? Ну, возможно, поняття ненадійний, недобросовісний, воно ізначально не може бути ідентифіковано. Да? Тобто є поняття удобних флагів и национальных флагов. То есть большинство судовладельцев, работая в крайне высококонкурентном бизнесе, морском бизнесе, они стараются уйти от критических финансовых нагрузок, да, в виде налогообложения, каких-то дополнительных расходов, которые на них накладываются национальными регистрами. И поэтому они пользуются системой удобных флагов уже на протяжении 50 лет. Это нормальная практика, то есть нельзя сказать, что если судовладелец использует удобный флаг, он не является благонадежным или респектабельным. То есть такой прямой зависимости нет. Однако понятно, что некоторые судовладельцы, используя удобные флаги, продолжают экономить не только на этих расходах, но и на экипаже, на снабжении экипажа, на техническом обеспечении судна. Ну и вот с такими судовладельцами, конечно, наш профсоюз не рекомендует иметь дело и сотрудничать. Как этого избежать? Первоочередное, это так, как я и сказал, да, позвоните нам, обратитесь к нам, задайте вопрос. Нами была создана горячая линия, морской информационный центр, который мы создали совместно с Министерством иностранных дел. То есть есть огромное количество источников информации, которые помогут определить, является данное судно нормальным, на котором не нарушаются права моряков или не нарушались в прошлом, или есть какие-то проблемы и вопросы, на которые моряку стоит обратить внимание перед подписанием контракта. Чи не могли б ви навести приклади, які, з якими саме проблемами ви стикалися от, ось наразі, і як вирішували такі проблеми? Ну, за останнє час достатньо великий резонанс викликає проблема зміни екіпажу, да, кризис зміни екіпажу. Це, мабуть, саме така масштабна проблема, з якою ми сталкувалися в кінці на протяжении всего 2020 года, и также сейчас есть некоторые вопросы, когда моряки не могут смениться в тех или иных портах вследствие того, что местное регулирование местных властей запрещает замену экипажа, либо создает достаточно серьезные преграды для того, чтобы такие смены экипажей осуществлялись у них в портах, да, либо в их стране. Имеется в виду, что есть конкретные экономические там войны, проблемы, как, например, у Китая с Австралией, а моряки украинские, в частности, работают на линии Китая-Австралии. Вот в таких ситуациях
есть и продолжает присутствовать проблема смены экипажей, с которой мы крайне эффективно боремся, связываемся с портовыми властями в Китае, в Австралии, с нашими ITF-инспекторами в Австралии. Они на месте, уже ведя диалог с местными властями, пытаются обеспечить бесперебойную смену экипажа, ну, разумеется, в полном соответствии с локальными требованиями. Однако для того, чтобы использовать вот наш ресурс, да, нужно получать обращение. То есть я призываю всех моряков, у которых есть такие проблемы или другие проблемы, любые проблемы, с которыми они могут столкнуться либо на борту, либо дома, пусть связываются с нами, и мы будем оказывать всю полноту консультационной поддержки. Ну а если они являются членами профсоюза, то, безусловно, мы будем всеми силами и всеми нашими ресурсами помогать решить проблему. Что потребно для того, чтобы вступить до профсоюза моряков? Расскажите. Ну, есть несколько, скажем так, путей стать членом профсоюза. Зачастую члены нашего профсоюза работают на судах, где подписан коллективный договор между иностранным судовладельцем и непосредственно нашим профсоюзом. Тогда моряк является членом нашего профсоюза, работая по таким коллективным договорам, и может пользоваться всеми нашими услугами, привилегиями и всеми нашими ресурсами. Также моряк является членом профсоюза, если он работает на судне, которое покрыто коллективным договором наших профсоюзных братьев и сестер из разных стран, которые являются также членскими организациями ITF, как и наш профсоюз. И между нашими профсоюзами должен быть заключен меморандум о сотрудничестве. В рамках этого меморандума, таких меморандумов, мы признаем украинских моряков, работающих на судах наших партнеров, членами нашего профсоюза и обязуемся им помогать и относиться к ним в полном соответствии с нашим уставом, как к членам нашего профсоюза. А у наших иностранных коллег есть обязательство делиться с нами ресурсами, которые мы можем тратить для обеспечения помощи нашим морякам. Моряки, які є членами профсоюзу, вони знаходяться під захистом, під вашим захистом. Як саме перевіряються суда або судовласники, до яких вони, собственно, йдуть працювати? Ну, первоочередное – это база данных ITF, в которой у нас есть эксклюзивный доступ, так как единственный ITF-инспектор в Украине, Наталья Ефременко, является по совместительству нашим сотрудником. У нее есть доступ к базе данных ITF, где есть все суда, все судовладельцы и все проблемы, что самое важное, которые есть на тех или иных судах. Поэтому, обратившись к нам, моряк получит всю полноту информации из первоисточника и сможет на основании полной информации для себя принять решение, имеет ли смысл работать с судовладельцем, у которого, возможно, в прошлом либо сейчас есть определенные проблемы, либо рисковать не стоит. Расскажи, что самое співпраця с профспілкою может гарантировать моряку? Какие у него есть права, когда он є членом профспілки? Ну, тут нужно разбить на несколько категории, скажем так. То есть мы в первую очередь это консультационная помощь, это защита трудовых прав и интересов. Если судовладелец нарушает свои обязательства по коллективному договору либо по трудовому контракту, то наше обязательство вступить в переговоры с судовладельцем и, грубо говоря, выбить заработную плату либо обеспечить выплату компенсации моряку. То же самое касается и индивидуальных членов нашего профсоюза. Я не успел сказать, что есть еще одна опция. Да? Моряк также в индивидуальном порядке может стать к нам на учет и стать членом нашего профсоюза, оплатив самостоятельно членские взносы за отведенный период и стать индивидуальным членом профсоюза. Ему доступна также вся наша консультационная помощь, вся наша правовая поддержка, если того потребует ситуация. Также он может принимать участие в наших образовательных проектах, безоплатных курсах английского языка, может посещать курсы виртуальной реальности, где он сможет в интерактивном формате с тренером пройти различные курсы. Это... Короче, расскажите про них. Что это такое, как оно помогает морякам у моря? Ну, это достаточно модная новая система, скажем так, которая позволяет, не имея оборудования в реальном формате, да, и в виртуальном формате выполнять те задачи и разбирать те или иные ситуации, которые происходят в реальном времени на судне. Да, это и тушение пожара в машинном отделении, это и спуск шлюпки, спуск спасательного плота, это overview всего судна. Ну, для
кадета, для моряков, которые только начинают трудовой путь. Это вообще очень интересная штука. Если взять, допустим, меня, когда я первый свой контракт делал в качестве кадета, да, я пришел на пароход, я не имел практически никакого представления, потому что на тот момент в академии не было ресурсов, чтобы показать нам в виртуальном либо в каком-то другом формате, как выглядит мостик, как выглядит судно, как выглядит палуба. Ну, то есть тогда таких возможностей не было. Сейчас есть все ресурсы и возможности для того, чтобы в виртуальном формате, либо с помощью современных тренажеров полностью погрузиться, окунуться в, скажем так, атмосферу судна и четко для себя понять, что тебя ждет в будущем, что тебя ждет на борту и какие задачи ты должен выполнять. То есть оно полностью совпадает с реальностью? Да, 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 да. Насколько это возможно технически? Розкажіть, наразі розпочалася вакцинація. Як ставляться моряки до цього, ви як глава профспілки? І чи це буде стосуватися якось роботи, саме от вакцинація моряків? Ну, как вы понимаете, это достаточно новое сейчас давление. То есть весь мир сейчас тестирует эту модель. Я думаю, что на перспективу лет в любом случае у каждого моряка возникнет необходимость пройти вакцинацию. И все наши иностранные коллеги, они уже направили своим, скажем так, руководству своих стран определенные письма, да, в которых они попросили включить в приоритетный список для вакцинации своих моряков, чтобы они тем самым обеспечили бесперебойную замену экипажа. То же самое сделали и мы. Мы обратились к министру здравоохранения и к президенту Украины для того, чтобы наших моряков также включили в приоритетный список для вакцинации. Именно с той целью, чтобы обеспечить бесперебойную замену экипажа. Потому что, скорее всего, в ближайшее время, и уже эти разговоры ведутся, переговоры ведутся, я думаю, что в скором времени такие решения будут приняты, что судовладельцы без паспортов вакцинирования либо других сертификатов, подтверждающих вакцинацию, не будут моряков просто пускать на борт судна, не будут их нанимать. Поэтому я думаю, что рано или поздно нам все равно придется через этот этап пройти, и я думаю, что на самом деле особо бояться нечего. Ну, безусловно, существует определенное опасение, да, и недоверие к так быстро появившимся на рынке, да, и не до конца протестированным вакцинам. Ну, тренд таков, что всем, скорее всего, придется через это пройти, поэтому мы вот сделали такой шаг. Дякую вам дуже за розмову, дякую. З вами у студії був перший заступник голови профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк та Тетяна Боромбей. Залишайтеся з репортером.